Здравствуйте, мои дорогие! Христос воскресе! Сегодня я расскажу вам, кто же родился 20 апреля. Сегодня родились просто замечательные люди, драгоценности, бриллианты. В 1970 году родилась Светлана Валентиновна, так же, как и я, Светлана Валентиновна Галка. Прекрасная актриса, вы все ее можете вспомнить по проекту «Большая разница». В общем, всех благ и новых работ. В 1968 году родилась Елена Валерьевна Вяльби. Чтобы поближе познакомиться с этой прекрасной лыжницей, чемпионкой, президентом Федерации лыжных гонок России, посмотрите обязательно фильм «Белый снег». 21 год она уже стала мастером спорта СССР, ну а потом и Российской Федерации. С днем рождения, Елена Валерьевна! В 1961 году родился Константин Николаевич Лавроненко, единственный российский актер, обладатель приза Каннского кинофестиваля. Актер-загадка, все хотят с ним поработать. Мне понравилась его роль в фильме «На платформе одной из», такой фильм, как «Раневская». Прекрасная работа, он там витальный, живой, искренний, чистый такой. И смотришь, думаешь, боже мой, ну неужели такое было? Я верю, если что. И в 1972 году родилась Светлана Ишмуратова, биатлонистка. Дай бог всем здоровья, олимпийская чемпионка. Благодарим за награды, которые через вас получила Россия. Всех благодарю за внимание. С вами была Абросимова Светлана. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем буду рада.